Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем проходить вперед на зомби-войну. Так, у нас же здесь, смотрите-ка, бонусы получили. Это хорошо. Я вам скажу, ребята, одно, что с каждым разом все сложнее и сложнее становится в нее играть. Практически невозможно. Давайте попробуем, наверное. Так, миссия 21. Сложно, блин. Что здесь у нас есть? Бочонок. Не хочу я его усиливать. Этого дуралея, наверное, тоже мы не будем. Вот, у него способность к возрождению. Так, автобус нужен 4 уровня. Я дальше не могу развиваться, оказывается, да? И ничего-то у нас нету, ребята. Да. Тогда давайте приступим. Чего ж делать? Так, что у нас здесь? Ага, блювотник стоит. Ладно. Ой, если я не ошибаюсь, это миссия, где сейчас будут выбегать собаки. Или же бегуны, что-то одно из двух. Или я путаю. Ладно, неважно, главное, что сейчас у нас гробовщик. Вот, точно, ребята, бегуны. Ай-яй-яй-яй-яй, все очень плохо, сейчас они быстренько. Ну давай, 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 быстрее, ну. Успеем, нет, нет, ребят, скорее всего не успеем. Вот это хорошее начало у нас получилось. Сразу с проигрыша. О чем я вам, ребята, и говорил, что просто жесть какая-то. Ну, мы будем как-то стараться проходить. Если бы у меня были бы деньги, я имею в виду игровые вот эти вот, мы бы сейчас тут давным-давно бы навели шороху. Но они даются только за просмотр видео. А как знаете, этот бонус не так часто выпадает. Так, отлично, храбрость. Строитель, давай все. Оу, нет, нет, только не псы, блин. Ах ты, елки-палки, сейчас прорву. Ну, отлично, шериф хорошо сработал, молодец. Но я думаю, что это нас не спасет. Так как здесь сейчас будет еще одна волна собак. А потом, оу. Вот самое обидное, что, знаете, вот умер у меня строитель, да? И у него воскрешается зомби с каской. Как бы видите, за каждую свою погибель я даю им шанс на усиление своей армии. Была бы какая-нибудь штука, чтобы трупаки просто не воскрешали. Знаете, типа кидаешь какую-нибудь бочку. Вот-вот-вот, псарня бежит. Ну давай, давай, блин, этот, как тебя звать, фермер, блин. Оу, тут скорее всего все, ребята. Да что ж за непуха-то такая. Я не знаю. Не фартит и все. Может быть, пора бонусы, ребята, применять. Может быть, с ними как-нибудь мы справимся. Хотя не уверен. Что это такое? Медпакет за 120. Хорошо, купим. Раз 50% скидка была. Давайте посмотрим, что она вообще из себя представляет и как она действует. Регенерация плюс 1. Недостаточно монет. Да я уже понял. Ну что ж, давайте тогда еще разочек попробуем эту миссию. Так, что ты там? Перетащите аптечку. Я понял, что ее перетащить надо. Где мои юниты стоят? И она будет лечить их в радиусе. Так, ну пока вроде нормально, но сейчас опять же побегут. Вот, уже бегут, уже бегут. Ну! Пожарник, ну что ты тупишь-то? Всех тут расколбасим. Фермер у нас прикрывает пожарника. Пока вроде бы неплохо. Из бонусов у нас 5 бутылочек и 2 какие-то фляги с водой. Я не знаю, что там. Нормально. Единственный недостаток, ребята, что если пожарник мой сдохнет, у них станет довольно такой приличный монстр, который при убийстве воспламеняет все. Ну неужели? Неужели мы сейчас можем с вами пробиться? Ну, конечно же, не без повреждений. Ну, главное, что прошли. Так, хорошо, хоть где-то у нас получился прогресс. Продолжаем. Ничего хорошего не получили мы. Может быть, вот это попробовать? Невозможно, 25 уровень, ё-моё. А здесь 28-й, сложно.
Ну-ка посмотрим, что здесь такого сложного. Ага, начинается у нас со взрывателя. Ну что ж, давайте нахлобучим его. Ну, бей! Ах ты, он бьет баррикаду. Я думал, что... Ну что ж, хотя бы так пускай. Ладно. Они повреждения тоже получили, причем довольно серьезные. Воу. Вот сейчас, если фермер у меня бомбанет и заденет этого жирного, то они тут все взлетят на воздух у нас. Но этого, видимо, не получится. Так, давай, 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 давай. Давай, гробовщик, отбивай. Так, храбрость. Ах ты, уродливая скотина. Так, пожарник, давай. Вот это, конечно, я зря сделал. Сейчас тут все у меня и слягут. И пожарник, и гробовщик. Потому что фермер бомбанет. Оу, елки-палки, вообще всех разнесло. Ну что же, чоппер, покажи, почем фунт лиха зомбарям ничтожным. Я только лишь на него все надежды складываю, ребят. Давай, 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 давай. Ну почему вы не задели этих амбалов, толстых, жирных уродов? Все. Обалдеть. Ну, неужели пройдем, а? Ну, давай, 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 пока волна эта не пришла полностью. Отлично, ребята. Фу! Улыбнулась нам удача, наконец. 28-я миссия сложная пройдена полностью. Со всеми звездами. И со всеми бонусами. Давай открывать территорию. Отлично. И новый уровень, ребята, у нас 7-й. Так, что нам за это дают? Каких-то там двух непонятных чувачков. Ну, я даже смотреть не буду, потому что они стоят сейчас заоблачно просто-напросто. Так. Да, я даже не знаю, как... Кого? Здесь ничего мы с вами не сможем улучшить. Так, тюремщик. Он доступен только в специальном пакете. А этот специальный пакет, я понимаю, только за донат. Да? Миссия 25 невозможно. Давайте попробуем. Нам как-то надо продвигаться, ребята. Как-то надо зарабатывать бонусы, очки, новых юнитов. Деньги, в конце концов. Деньги здесь самое главное. Так, хорошо идет пока. Ой, упал. Строитель, бомбани его. Нормально. Так, что у нас тут появляется? Сказкой придурок выходит. Значит, бесполезно здесь вызывать, наверное, шерифа. Ой, шерифа, фермера. Хотя, блин. Ладно, пускай выходит. Ёлки-палки, два бегуна. Ну. Нормально пока. Все равно задели все-таки мне автобус. Ну, как вы видели, у автобуса тоже есть какие-то определенные бонусы. Черт, я довольна. Строитель орет. О, а какого лешего-то эта дура здесь появилась уже? Насколько я помню, она появляется только когда идет волна. Так, давай, 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 давай. Пробивайте. Да ну нафиг, да что такое-то? Елки ты палки, они мне сейчас вдвоем расколбасят. Уже расколбасили. А нет, ребята. Ха-ха. Все-таки прошли. Успели у меня мужички пробить оборону, эту баррикаду. Ну что, предлагаю вам, наверное, немножечко, ребята, отдохнуть. Давайте, наверное, сейчас здесь посмотрим, что у нас. Бонусы. И начнем уже с новой серии. Может быть, там начнется у нас все получше. Не то, что как здесь. Ну что, вроде как маленько отдохнули. И пора нам с вами, ребята, в путь. О, у нас здесь бонусы накопились. Давайте их забирать. Отлично. Щетка, консервы. Так, и еще две бочки мы получили. Так, что у нас за скидка? Да, Карлос. 1,5 штуки, чтобы его нанять. Довольно дорого. Военный ящик. Ну-ка, я могу открыть или что здесь такое означает? Непонятно. Ладно. Я могу усилить медпакет и бочку. Да ну, даже не стоит заморачиваться. Опять нужен автобус 4-го уровня. Ну, давайте усиливать, что же делать-то тогда, да? Тут у нас ничего нет, как видите. Где эти бонусы поднимать, я вообще не знаю. Все, осталось у меня 6 золотых. Далеко я не уеду. Давайте глянем тогда 32-ю миссию, наверное. Почему бы и нет? Хоть она и сложная,
У нас бензин весь, так что деваться нам некуда. Так, подождем, посмотрим маленько, кто у нас сейчас здесь будет. Бегут, бегут уже партизаны, а? Ну что ж, давай, гробовщик. Так, отлично, одного сделали. Шериф, прикрывай. Хорошо. Ну, пока ничего сложного нету. Хотя вот эти вот с мачетами чувачки меня раздражают. Ёлки-палки, слишком много зомбарей лежит возле, так скажем, моего автобуса. Сейчас начнут вставать. И будет здесь очень жарко. Давай, пожарник, иди бомби. Ага, все, ребята, край. Пришел чувак с пушкой. Сейчас будет здесь всех колбасить. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Слишком-слишком сложно. Что там опять у меня? Костюм пожарного защищает его от огня. После смерти баллоны с кислородом взрываются. Еще лучше. Да, кстати, вот, ребята, этот чувачок. Как вы видите. Пожарный гребаный. Только в роли зомби. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ты, ну? Обалдеть, как сложно, если честно. Просто практически невозможно, я бы так сказал, пройти даже. Давайте возвращаться куда-нибудь, я не знаю, или на первый, или на второй уровень. Давайте глянем, что у нас тут на первом. Да у нас все практически здесь пройдено, с тремя звездами. Ну, за исключением, конечно, двух бонусных уровней, которые невозможно. А нет, вот здесь еще, ребят, смотрите. Нет одной звезды. Давайте попробуем. Но опять же повторюсь, я еще не использовал эти бонусы в виде бутылок. Давайте посмотрим, что это за бочка. Ага, вот оно что. Пока она стоит, нам дают дополнительную храбрость. Побежали. Так, давайте вот этого вызовем. Да успокойся ты, бежит он. Так, ну что, фермер, давай, жги. Бонусы, я так понял, усиливать нельзя. Как они есть, так они есть. Так, давай, 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 пробиваем, пробиваем, ребята. А, этот хаски ожил. Фермера моего крохнул. Вот чепушила. Но, ребята, мы прошли. И причем с тремя звездами. Вот это уже хорошо. Что там у нас далее? Осталось вот у нас три непройденных именно на этой карте. Может быть, все-таки попробовать, хоть оно невозможно. Но здесь еще дают дополнительный приз нам. Так что давайте посмотрим, что из этого получится. Ёлки-палки, нифига там шабла. Будем смотреть, что это за бутылочка у нас. Побежал. Ага, мы какие-то типа в ярости. Нормально. Слушайте, они довольно бесстрашно бегут, я смотрю. Нет у них этого страха. И довольно неплохо жарят. Так, отлично. Давай, гробовщик, побежал. Так, она уже закончилась, да? Жалко, у них очень короткий срок действия. Пулеметчик. И еще фигово, что когда... Оу, оу! Когда пулеметчик строчит, он не уничтожает баррикаду. Он бьет чисто зомбарей. А, давай, давай, достреливай. Отлично, фермер сработал, хорошо. Да не может быть, прошли в сухую, ребята. Испытание, которое написано было невозможно, мы прошли. 25 золотых монет, опыта и бонус маленький получили. В виде пороха, да? Что такое здесь? Нет, оценка мне не нужна. Ну что, остается только два здесь. Это миссия 13, невозможная, которая написана. И испытание 2, тоже невозможно. Давайте попробуем. Нет, давайте, наверное, все-таки попробуем с вами испытание пройти. Вдруг прокатит. Поехали. Оу, нихера себе. Что, врубаем бонус. И побежали. Ёлки-палки, вот эта вся шабла на меня рванула. Так, храбрость, отлично. Давай, строитель. Блин,
Так быстро он кончается, этот бонус, если честно. Всего-то там 20 секунд дается. Ай, не вовремя, не вовремя он мне упал. Нет пакет. Вау, тут бегуны, плюс этот электрошокер сраный вон стоит. Копит энергию. Слушайте, что-то мне подсказывает, что здесь не получится у нас ничего. Просто-напросто нас сейчас завалят. Храбрость, отлично. Давай, пожарник, бомби здесь. Вау, вот это ты хорошо сейчас бомбанул. Умничка там просто. Своих же всех покоцал. Ну что ж, давайте попробуем, попробуем. Черт подери, попробовали. Давай, хилься. Да, короче, ребята, от этого медпакета, я вам скажу, толку вообще никакого нету. Слишком мало подхиливает. И он не стоит, как говорится. Оу, все, тут началось. Нет, ребят, действительно невозможно. Такими юнитами пройти ее нереально. Проиграли мы. Ладно. А может быть попробовать 13-ю миссию, а, пройти? Да, невозможно, но... Фиг его знает, может мы подросли сейчас и все у нас получится. Так, и нас встречает шокер. Так, ладно, храбрость это хорошо. Строитель побежал. Ну этих-то мы сейчас быренько с вами разнесем. Храбрость. Сдохни! Давай, бомби, он хорошо стоит на месте пока, даже ничего не делает. Есть возможность у нас пробить эту баррикаду. Все, пошел. Тронулся лед, как говорится. Давай, фермер, я думаю, что ты, наверное, должен с ним справиться, по идее. А, мы прошли, ребят, нифига. Вообще шикандос. Даже не заметил. Ну что же, очень-очень даже хорошо. Но осталась у нас здесь миссия 2. Ну что такое, что за загрузка? Миссия 2, которую нам пока, наверное, рано проходить с вами. Так, нужна оценка. Так, у меня 10 бензина еще осталось. Никого я не могу с вами здесь усилить. Ну, вот этого только если консервов ему дать. И, так, здесь ничего. И удача, это радио. А что делает, интересно, удача? Наверное, выходят они усиленными чаще. Так, давайте сюда тоже консервы и радио. Положим на всякий случай. Хотя они никакого бонуса, естественно, сейчас не дают мне. Ну, просто пускай будут уже распределены. Так, и еще у меня тут осталось порох, хлеб, щетка. Блин, усилить нет, я не знаю. 51 хпшку он дает. Да, чтобы открыть какого-то юнита, ребята, нужно очень много денег здесь. А за прохождение дают очень мало. Так что придется копить, возможно, даже не один день, не одну серию. Так, что здесь у нас? Ну, попробуем, давайте выбить 3 звезды. 18 уровень. Так. А здесь, по-моему, псы, да? Или нет? Сейчас увидим. Почему я его не мог пройти раньше? Ага, все верно, ребят, собаки. Вот они бегут, блин. Храбрость, давай быстрее, быстрее. Ну, не подходи, ну. Да ну нафиг. Все-таки тронула, а, псина чертова. Все-таки вот один раз, ну, бомбанула. Мне вот интересно еще знать, этот автобус, когда усиливается, он там может как-то, я не знаю, стрелять. Видели же там какие-то турбины у него. Все, прошли, но опять же с двумя звездами, как и раньше мы его также прошли. Ничего не изменилось. Буквально одну собаку мы не успели убить. Но вовремя, чтобы пройти чисто. Ай, печалька. Так, здесь что у нас? 17-я миссия. С одной звездой пройден. Ну что, активируем бонус, ребят, или как? Или без него попробуем? Сейчас глянем, что здесь у нас будет. Да сдохни ты уже! Да не мой, елки-палки, а этот зомбарь. Все, бегуны, побежали. Начинается. Да ну, этот медпакет бесит меня, если честно. Нафиг, от бочки и то толку больше было бы. Она бы хотя бы сейчас немножко их подзадержала. А так, как всегда, с одной звездой пройдем. Так, ну что, пожарник, давай, бомби. Ну вы поняли, да, что когда пожарник погибает,
Он взрывается, и от него пламя по земле разбросано. И, к великому моему сожалению, в этом пламени дохнут не только зомби, но и мы. Причем мы в большей степени почему-то. Так, давай-ка, подлечитесь, наверное, маленько. Вот в упор не видел, чтобы оно подхиливало. Отлично. Но, опять же, прошли слабо. С двумя звездами. Ну, не с одной, так с двумя. Ладно. Продолжаем с вами рулить ситуацией. Нужна оценка. Мне лично не нужна. Так, у меня еще 7 бензина. Попробуем теперь здесь пройти. Стоят красавчики там. Меня поджидают. Ну что ж, давайте дождемся. Сейчас, наверное, маленько с вами. Хотелось бы строителя выпустить. И мы его выпускаем на свободу. Ёпарасоте, бегуны. Ну как так? Ну, эх, если бы я помнил, какая миссия и с чего начинается, я бы, конечно, немножко по-другому сделал. Полицейские идут. Одноглазые. И ведь знаете, что самое удивительное здесь? Что каждый юнит подстроен под определенного зомбаря. То есть, например, фермер хорошо бьет простых зомбарей. Например, чоппер, мне кажется, он валит всех вообще хорошо. Ему, в принципе, без проблем. Гробовщик самых легких. Он желательно... О, прошли. И его желательно выпускать вот против таких бегунов, которые слабенькие. Фермер очень хорош против всех, кроме кто в защите. Это в касках там вот такие. Кто у меня еще там есть? Вот живучий, который два раза возрождается. Точнее, один раз. Я вообще не знаю, для чего он здесь нужен. Толку от него вообще никакого. Может быть, если его усилить там обалденно, тогда да. Ну, а так он тряпка-тряпкой. Падает быстро. Встает медленно. В общем, начинается у нас новый уровень. И на нас жиробас идет. Кстати, этого жиробаса лучше всего бить, когда возле него куча вот зомбарей. Ну, конечно. Естественно, лучше тогда его бить этим фермером. Фермер стреляет, он взрывается. Кучка трупаков будет рядом. Но зато потом со временем они все встанут. И тут такая волна будет, что елки-палки. Так, хорошо. Хорошо, что они медленно очень двигаются. Да почему ты идешь не на того? Бей жирного. Куда ты бежишь-то постоянно, а, гробовщик? Давай, фаермен, если ты даже сдохнешь, ты там всех сожгешь. Черт твоей бабушки. Так. Вот это вот, насколько вы помните, да? Оу! Хо-хо-хо, вот это сейчас было шикарно сделано. Давай, чоппер, не тупик. Вот чоппер медленно ходит, у него это недостаток. Пока дойдет, но зато... Во-во-во-во, самое то, что надо. Но зато, когда он начинает биться, это все. Это всем просто кирдык. Только не взорвитесь. Твою дивизию, а! Какого лешего-то, я не понял. Чоппер у меня, значит, выстоял. Решил позвать на помощь фермера и сдох. Очень великолепно просто было сделано. Ну что ты стоишь, наложив штаны, бомби, да пофиг тебе. Слушайте, может быть, здесь надо эту машину сделать, бочку или как там, генератор храбрости, чтобы они не тупили так сильно. Надо будет как-нибудь потом попробовать. Очень было замечательно сделано. Попал он все-таки по этому жирному. И они маленько там все взорвались. Да, нужно им сделать какую-то помощь, инъекцию храбрости, чтобы они бежали бесстрашно просто-напросто. Нет, я, конечно, могу взять бутылочку, которая у меня сверху. Тогда им пофиг все будет. Но вдруг мы здесь и так справимся. Давай. Отлично. Вот это самое то, что надо было. Вот когда по-жирному попадают. Ой, ну здесь только один недостаток. Сейчас эта вся шайка-лейка встанет. Представляете, сейчас куча будет зомбарей. А может быть и не будет. Ну, давайте, ребята, пробивайте, пробивайте. Ай-яй-яй-яй-яй, ну, осталось там маленько. И гробовщик, естественно, не справляется. Его там раскумаривают. И волна сейчас через 20 секунд, ребята, побежит на меня. Конечно, никаких шансов просто нету. Жаль, конечно, а победа была так близка. Черт подери.
музыка еще такая. Блин, и музыка здесь очень хорошо подобрана вообще. Действительно, как будто для игр именно такого жанра. Ну, все, ребята, волна. Бежит волна, и ничто меня здесь не спасет. Посмотрите, просто рвут. Эй, шериф, поздно. Поздно все это, конечно. Но, тем не менее, была попытка. И мы уже почти прошли. Давайте-ка еще разочек попробуем. Немножечко я по-другому сейчас хочу сыграть. Вызвать все-таки своего фермера. И чтобы он бомбил здесь по чернаку. Блин, ну что ты... Я не понимаю вот этого гробщика. То он бежит бить баррикады, то сейчас он рванул именно на толстяка. Давай, выходи, фермер, бомби там. Что есть мочи, не надо только тупить, там бояться. О, пошла родная. Так, этот, как всегда, наложил штаны, стоит на хильсе. Так, отлично. Слушайте, а разве в тот раз столько же было чувачков с касками? Или это здесь специально, блин? Когда я вызываю фермера, начинают эти касочники переть. Вот дерьмо, давай жги. А не ругайся там. Видите, сколько толстяков. Вот бы сейчас бы их всех здесь зажарить. Ну, конечно. Конечно, блин, так тебе и дали тут разгуляться. Ну, теперь пожарник, если даже его сейчас подобьют в этой шабле, он там их всех напалмом зажарит. Так, отлично. Продвигаемся потихонечку, продвигаемся, ребята, продвигаемся. Давай, давай, иди туда, пожарник, сдохни там в куче. А почему не взорвался? Ох ты, вот это сейчас было изумительно просто. Вот это я понимаю, называется сработано на 100%. Зато он встал, ё-моё, сейчас все сгорят у меня здесь. Все, ребят, смотрите, жарит просто пламя не по-детски. И туда же фермер у меня пошел, придурок. Да, вот так вот, в принципе, и проиграли по-нелепому, если честно сказать. Ну что же, фермер, давай бомби. Так, ну, отлично. Только единственное, что он не может баррикады разбирать. Это его на недостаток. Выстоит, нет? Один готов. Один-то готов, а их тут смотри, сколько прет. Ну, вот стоит, трясется, ручки трясутся у бедняги, блин. Ну какого хрена, ты же с ружьишком. Че ты бздишь-то, я не пойму. Ах, давайте еще раз вот так попробуем. Получится, нет? Ёлки-палки, пошел отсчет волны, ребята. Успеем, нет? Что-то мне подсказывает, что нифига сейчас не получится. Хотя, если сейчас толстые подойдут и фермер не тупанет и попадет по ним, то возможно... Нет, ребята, никак не прокатит. 10 секунд, и вы посмотрите, сколько тут навалило этих ублюдков. Ёлки-палки, все, ребята, побежала волна. Да, не дано мне пока пройти, конечно, уровень этот. Хреново. Ладно, давайте тогда что-нибудь другое кумекать. Проиграл. Так, нужно нам бензин, во-первых, где-то достать. По-моему, здесь бонус у нас есть сбоку. Да, есть, ребята стоят, предлагают и бензин, и деньги. В общем, надо этим сейчас всем воспользоваться. Кинотеатр. Ладно, поехали смотреть все подряд. Ну что, ребята, деньги я заработал. Как видите, 373 золотых. Давайте что-нибудь продадим, наверное, с вами. Что бы продать-то? Порох, что ли? Блин, не хотелось бы. Это все нам пригодится в дальнейшем. Так, ладно, давайте тогда... Да не буду я тебя оценивать, успокойся нафиг. С чего начать-то, я даже не знаю. Кстати, подождите, что здесь мы... Можем что-то купить. Генератор. Ага, вот он где, ребят, генератор храбрости. Можно было бы, в принципе, его, да? Но смотрите, сколько он стоит. 30 этой злости. Ненависти. Да, пока ты его выставишь, блин. Черт. Вот, пипер, мне нужен пипер. Но не нравится мне у него, что он отталкивает врагов. Фигня какая-то, если честно. Отталкивает врагов, блин. Ладно.
Ну что, давайте попробуем вот эту вот невозможную 25-ю миссию. Поехали, как говорится. На горизонте я пока вижу обычных зомбиков. Это не страшно. Ну, что-то... Вот, вот, накаркал. Бегун бежит. Ну, пока один. Так, ладно, давай. Сносит. Нет, все-таки вот надо было ему задеть автобус, а? Шериф, ты тоже как-то тупишь, блин. Слишком поздно выглянул. Ну, что встретим? Давай, бомби. Нормально пока. Так, громовщик. Ну вот, вышли уже полицейские. Оу, бегуны побежали. Ну, давай хотя бы их-то отобьешь, нет? Конечно, отобьет он. Держи карман шире. Храбрость. Ну что, пожарник, пошел. Надеюсь, больше не будет. О, а какого лешего-то? С какого перепуга выбегают эти чурлы? Вот, пожарник мой взорвался. И строитель мой погибает в этом пламени. О, ребят, здесь вообще жесткач. Ладно, буду я на этом завершать это видео. Всем спасибо за просмотр, ребят. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Надеюсь, нам там повезет больше, чем здесь. Ну а на этом все. Всем пока и удачи. До скорых новых видосиков.